Друзья, вы спрашивали, как добыть алмазов, не донатя на шахты Китая. В группе Mobile Legends Game Mobile проходят регулярные розыгрыши алмазов за репосты, за подписку, за видео и многое другое. Кроме того, в постах смешные видео, арты, комиксы, косплеи. И прямо сейчас проходит алмазный конкурс, ссылка в описании. Мур, привет, друг, это Зверько. Вот и настал день выхода Хуфры. Я лучше буду говорить через К, как в оригинале. Куфра. Итак, это такой неоднозначный танк с веселым геймплеем. Давай пролетим по навыкам. Пассивка. Куфра выстреливает снаряд на порядочное расстояние, который наносит урон в зависимости от процента максимальных собственных хп и замедляет цель. А еще самого Куфру исцеляет на 8%. Удобно использовать для добивания тонких целей, либо для отхила в критических ситуациях. Когда мы кого-то подкидываем первым навыком или оглушаем ультой, КД пассивки сокращается на 4 секунды. Первый навык. Несколько напоминает руку Аргуса, но гораздо лучше. Куфра заряжает свой навык и прыгает далеко в выбранном направлении, врезается в первую цель или по прилету. И подкидывает врага в воздух, прерывая то, чем последний занимался. Прыгает далеко, заряжает долго, поэтому цель в спину догнать очень сложно. Лучше на нее напрыгивать сбоку, с упреждением. Кроме того, если на твоем пути нет врага, всегда можно смыться этим навыком, но это не наш путь. Урон навыка также зависит от твоего хп и экстра атаки, которые мы повысим в билде. Второй навык, самое вкусное. Куфра превращается в шар, получает сам ускорение и совершает 3 прыжка, нанося мощный магический урон. Урон также исчисляется исходя из хп Куфры плюс физическая атака. Но своим прыжком Куфра замедляет врага, прерывает прыжки врага, подкидывая его в воздух, да еще добавляет 100% магической и физической защиты на 6 уровне. Прерывать прыжки трудно, разве что морфом или подкидыванием. Но скажу честно, пока времени нет тестировать все возможные вариации контроля на одного персонажа. Так вот, вкачиваем этот навык в первую очередь и применяем при каждом удобном случае. Но не забываем выстрелить пассивкой и лишь потом прыгать. Во время прыжка дополнительный навык можем использовать без помех, а свои собственные навыки прервут прыжки. Ульта. Куфра своими длинными руками наносит загребущий удар вокруг себя и замедляет попавших под него противников, сгребая их в кучу. Также отталкивает в выбранном направлении. Если толкнуть их в стену, то урона будет больше, а цели будут оглушены. Урон от хп не зависит. У навыка есть минус. Он очень медленно применяется на очень небольшое расстояние. Мифики часто могут успеть либо выпрыгнуть, либо навесить контроль. Но все же неплохой навык. Итак, что видим из имеющегося? Дальний удар пассивкой с исцелением, прыжок инициация, нанесение ударов с повышением защиты и ограничением отскока. А также неплохая ульта с массовым контролем. Неплохой такой танк вырисовывается. Через что будем играть? Я выбрал эмблемы танка, потому что я часто допрыгиваю до скишей и добиваю их. А в этот момент вся вражеская команда поворачивается на меня. Из дополнительных навыков, в принципе, можно брать что нравится. Я предпочел оцепенение. Влепила цепуху и прыгаешь в него на голове. Красота! Сборка. Поскольку пассивка и наши два основных навыка наносят уйму урона от хп и физической силы, а еще Куфра должен быть очень живуч. Делаем упор на хп и атаки. Кстати, напиши в комментариях, если хочешь видео о том, как собирать танка от сетапа противника. Я пока что дам универсалочку. Волшебные сапоги – это не только плюс к хп, а значит урону, но и дополнительное золото за помощь в убийстве. Штормовой пояс. Отлично заходит Куфре. И мана, и хп, и защита, и с руки после навыка не забудь втащить. Щиты Фины. Это защита против магов и дополнительное хп нам любимым. Древняя кираса. Поскольку мы будем рядом с противником, нас будут атаковать и одновременно слабеть от этого. Клинок отчаяния. Добавим себе урона. А вот в конце на выбор. Либо шлем небесного стража, который даст урон и хп. Либо бессмертие, поскольку Куфра, не имея гарантированного эскейпа, весело и задорно гибнет под потоком контроля. Тактика.
В этой сборке, применив по цели пассивку, первый навык, три прыжка вторым и ульту без стенки, получим урон 5600 по сквишу. И это довольно живучим танком. Что же делаем? Например, со старта можем, вкачав сразу второй навык, попробовать стартовый ганг мидера. Или забрать вражеский баф, как это часто делает Грок. Куфра — это танк, но это подвижный и агрессивный танк с уроном. Ты можешь врываться во врага из кустов, если есть уже пояс, нанести удар, замедлив его, а потом попрыгать на противнике. Вообще, первый навык — это такая палочка-прерывалочка. Запрыгал вражеский куфра — на ему первым навыком. Кастует маг — на ему тоже. Второй навык прожимаем, чтобы и замедлить, и ускориться, и нанести урон, но он невероятно профитный. Единственное, ульту лучше использовать для ганга, потому что в массовом замесе она настолько долго кастуется, что ловишь станы в лицо вместо применения ульты. При всем удовольствии от игры на куфре не забывай о союзниках. Они не такие прочные, а ты все же танк. Прыгай на перерез врагам, чтобы спасти своего, и отталкивай его в другую сторону ультой. На сегодня это все о куфре. Если тебе понравилось, подпишись на канал, жми колокольчик, делись мнением в комментах, а с друзьями этим видео. Пока, друг!